Александр Гибаевич, мы родители и дети, которые тренируются у нас здесь на льду, приглашаем вас к нам сюда, в Ледовый дворец, по адресу Таулицы 132, так сказать, на экскурсию. Хотим провести вас, показать вам проблемы, с которыми мы сталкиваемся постоянно после реконструкции здания, которая была проведена 6 лет назад, на которую было выделено почти 400 миллионов тенге. В смете была новая машина, которая здесь так и не появилась. В смете была реконструкция крыши. Крышу сняли, изоляцию сняли, вентиляцию сняли. Во время демонтажа, видимо, деньги куда-то улетучились. Новую крышу так и не сделали. На лед мы никогда не выходим вовремя. Всегда мы выходим с опозданием, самые последние в Казахстане. Мы хотим здесь видеть вас, рассказать о наших проблемах. Дети хотят вам, вас попросить о помощи в покупке новой машины, в ремонте компрессоров и в ремонте крыши.